песни и музыка, а главное – атмосфера военных лет, полное погружение в эпоху. Концерт-реконструкция составлен из фрагментов лучших сценариев, предложенных московскими школьниками, участниками образовательного проекта «Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны». На сцене учебного театра студенты 1 и 4 курсов знаменитой «Щуки». Благодаря проекту «Фронтовые театры» я познакомилась с Театральным институтом имени Бориса Щукина, в котором я теперь являюсь студенткой. И сегодня я уже участвовала не как сценарист, а как актриса и участвовала в лучшем проекте, который победил. Я очень счастлива, что этот проект был в моей жизни. Маленький спектакль получился, авторами которого являются школьники. Ну, наши педагоги дали некоторую огранку этому материалу для того, чтобы он приобрел такую большую сценичность. Мы рассказываем такую историю про то, как вчерашний мальчишка постепенно в ходе войны закаляется и становится, собственно, тем, кем он должен являться, защитником своей родины. Дипломы и самые искренние поздравления от режиссеров, актеров и преподавателей Театрального института имени Бориса Щукина. Победители и призеры делятся своими впечатлениями. Наш проект был посвящен Евгении Ярцевой. Это артистка фронтового театра. Мы посчитали нужным рассказать о малоизвестной артистке, поскольку именно о них мы должны помнить, и именно их истории мы должны освещать. Также я была очень рада увидеть часть своего сценария в сегодняшней постановке. Я бы хотела поступать на режиссуру, и этот проект был моей первой пробой пера. Сценарий мы посвятили 316-й стрелковой дивизии, которая участвовала в битве за Москву под городом Волоколамск. И также мы подготовили рассказ о выдающемся человеке Петре Петровиче Глебовом. Он у нас участвовал так же, как и на фронте, также он был основоположником фронтового театра. Я хочу стать учителем русского языка и литературы, и мне кажется, что сценарий очень тесно связан с данной профессией. Проект посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и реализуется благодаря сотрудничеству Театрального института имени Бориса Щукина и городского методического центра Департамента образования и науки столицы. Мы все-таки еще и занимаемся воспитанием в институте, то нам очень радостно, что вот это сотрудничество с Департаментом образования позволяет нам еще приобщиться к истории и заниматься своей основной профессиональной деятельностью. Такое соприкосновение первого курса, который совсем молодые еще ничего не умеют, и четвертого курса в теме про наших отцов и дедов, мне кажется, это лучший образовательный проект, который возможен по Великой Отечественной войне. Проект дает ребятам уникальную возможность узнать о нелегком труде фронтовых театров и концертных бригад, познакомиться с творчеством и судьбами актеров-фронтовиков и еще раз прикоснуться к живой истории своей страны.